двухзонным климат-контролем для передних пассажиров и отдельный. Что, поехали, посмотрим. Бодрого времени суток, друзья. Мы решили на день рождения объявить небывалый в нашем клубе розыгрыш. И разыгрывать мы будем красного монстра Паджеро. Сегодня в этом ролике я расскажу о нем подробненько. Сделаем такой обзорчик, что уже у него есть. И что же достанется счастливому его новому обладателю. Поехали! Главным призом розыгрыша 2022 года Mitsubishi Pajero. Красный монстр. Короче, вот такая котлета будет представлена на специальном постаменте. Но это только в том случае, если мы наберем 250 желающих участников. Все условия по этому розыгрышу будут, они уже есть ВКонтакте. Ссылка в описании на этот видос. А я пошел дальше смотреть, что с тачкой. Какой-то нереальный мотор Challenger. Даже видите, датчик давления масла прикручен для того, чтобы проверить, что все работает. Все, смотрите, нигде никаких подтеков. Все такое модное, хорошее. И даже он чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук вот так делал. Журчал. Поняли, да? Короче, что в комплекте? Говорят, что лебедка Рунва. Но, ребята, я бы на вашем месте не верил. Тут только трос Рунва и блок управления Рунва. Ну, наверное, и остальное тоже Рунва. Отдельная лебедка только стоит уже больше 60 тысяч. Обшит каким, смотрите, каркасом. Вместе с багажником, LED-балкой и даже люк. Вот так. Автоматическая коробка переменных передач. Ух ты, вот это мне вообще очень нравится. Это же штатный креномер. Интересно, работает? О, поняли, работает. Вот так. Что тут еще есть? Интересно, надо будет засечь расход до сотни сколько. Ну, собственно, тканевый, практически велюровый салон. Что сзади? Кресло. А что больше всего мне нравится? Что больше всего мне нравится? Чтобы увеличить задний свес и сильно не задирать машину. Смотрите, какое оригинальное решение. Взяли просто и бак. Не-не, не уменьшили, а подняли его внутрь салона. И тут даже, смотрите. О! Получилась полочка. Сюда вот еще повыше сделать. И будет спальник. Потому что салон трансформер. Сложил. И спишь себе на здоровье где-нибудь в лесу. А вон там через люк тебе звезды что-нибудь нашептывают. Короче, отличная тема. В принципе, машина полностью готова для покорения любых, абсолютно любых
препятствий. Вот такая вот интересная тачка. Хочешь посмотреть на все условия, как я уже сказал, иди на страницу ВКонтакта, в ВК, как сейчас модно говорить. Там все расписано, написано. Все, на этом все. Понравился выпуск, ставим лайки, пишем в комментариях. Не понравился, дизлайк. И подписывайтесь на канал. Всем пока!